Битва с вредителями ценой человеческой жизни. Накануне на семенном заводе агрофирмы «Кама» произошло ЧП. Напомню, строительство нового семенного завода было запущено в 2011 году. Проектная мощность предприятия – до 60 тысяч тонн зерна в год. Всего завод обслуживал около десятка специалистов, но даже автоматика не помогла избежать человеческих жертв. В 16:39 на пульт дежурного поступила информация о том, что в зернохранилище семенного завода агрофирмы «Кама» произошел взрыв. В результате взрыва на территории зернохранилища 28-летний аппаратчик скончался на месте происшествия. Еще трое мужчин 74-го, 80-го и 92-го годов рождения с различными травмами были госпитализированы в БСМП. По версии следствия, рабочие проводили в зернохранилище фумигацию, процедуру, направленную на уничтожение вредителей и возбудителей болезни у растений. При этом использовался препарат «Катфос», который при контакте с водой выделяет взрывоопасный газ. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В свою очередь, руководство агрофирмы «Кама» от каких-либо комментариев до окончания следствия отказалось. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. Полина Сачи, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.